Друзья, всем привет! Добро пожаловать на самую эффективную тренировку пальцев, которую ты сможешь делать в домашних условиях и также в тренажерном зале. Почему самая эффективная? Потому что мы с тобой прокачаем первую фалангу, вторую фалангу, и также у нас будет третье упражнение. Это секретное упражнение, которое я использую, если у меня отстают какие-то пальцы, чтобы через них не проходили соперники. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписываемся. Также ставим колокольчик, потому что это лучший канал, который есть про тренировки в армрестлинге. Поехали! Итак, друзья, первое упражнение на наш сгибатель, на второй, на вот этот. Для этого нам нужна трубка, любая трубка, главное тонкая. И это упражнение вы можете делать как на блоке с такой трубкой, с поясом, да, то есть с лямкой, так и с резиной. Сегодня будет выполнение у нас с резиной. Что нам нужно? Нам нужна резинка. Значит, что мы делаем? Зацепаем обязательно вот где-то вот здесь, да, то есть не здесь, а вот здесь зацепаем, да. То есть ложим сюда нашу трубку. То есть из кончиков пальцев делаем полноценное скручивание и возвращаем назад. Здесь, естественно, в выполнении упражнения нету ничего сложного. Задерживайте где-то на 2 секунды, скрутили, 2 секунды задержали, раскрутили, скрутили, 2 секунды задержали. То есть вот, это одно из самых любимых моих упражнений, которые я сейчас выполняю на пальце. Второе упражнение, работаем на первый сгибатель. Для этого нам понадобится вот такой вот брусок, можно длиннее. Или если вы тренируетесь в зале и у вас нету там бруска, можно использовать подушку. Я покажу как. Что нам нужно для выполнения этого движения? Нам нужна резинка. То есть взяли резинку. То есть мы ее не делаем здесь. Мы приблизительно вот здесь зацепаем, да? То есть ложим внутрь. Здесь делаем крест-накрест. Так будет удобнее движение идти. Так же самое. Захватываемся, да, чтобы у нас нагрузка и шла четко в первую фалангу. То есть, и не делаем движения вот этого. У нас идет движение чисто пальцами. То есть сгибатель. То есть нагружаем. Согнули. 2 секунды задержка. Вернули назад. То есть согнули. 2 секунды задержка назад. Согнули. 2 секунды задержка назад. Тоже не очень сложное упражнение. Я думаю, каждый из вас в домашних условиях сможет сделать его и спокойно тренировать пальцы. И также с подушкой. Все то же самое. Так же самое. Ложим подушку, чтобы она была, да, нам вот, на нагрузку. То есть и кистью не работаем. Работаем самими фалангами. Я бы делал 4 подхода. Где-то по 12 повторений. Или делал бы 15, 12, 10, 8. С каждым подходом добавлял бы нагрузку. Вот. Второе упражнение есть. И сейчас третье упражнение. Секретное упражнение, которое, ну просто, я не знаю, оно даст возможность прогрессировать отстающим пальцем. Что нам для этого нужно? Нам нужна также резинка. И мы работаем здесь всегда по 2 пальца. То есть обычно у нас отстает мизинец и безымянный. То есть мы берем резинку, встаем в положение, как будто мы за столом, борьба. То есть и сжимаем резинку вместе со всеми пальцами. То есть сжимаем и задерживаем здесь. Сжимаем и задерживаем. Очень эффективное упражнение, так как все пальцы сжимаются, если оставить разогнутые и сжимать эти, они не сжимаются так, как нужно. Но мы делаем нагрузку только на них и сжимаем все пальцы. Тогда они протренировываются максимально. Так же самое вы можете делать с 2 пальцами, да, то есть средним и указательным пальцем. И еще одно очень круто, когда у вас есть, получается, здесь мясо, да, то есть когда соперник не может хорошо взяться. Для этого вам нужно прокачивать палец. То есть вот садимся, да, то есть и прокачиваем. Это такое бонусное упражнение для вас. То есть мы зажимаем с задержкой на 2 секунды.
Но это уже больше для профессионалов, да, то есть, где не хватает каких-то миллиметров для этого всего. Вот три упражнения, которые вы сможете делать дома. Просто бомбические. Спасибо, что досмотрел тренировку. Обязательно сохраняй ее и используй два раза в неделю. Пальцы можно тренировать два раза в неделю, они очень быстро восстанавливаются. Если тебе понравилось это видео, обязательно подписывайся на мой канал. До встречи в следующих видео.